Матч кончился, и в тот момент я почувствовал себя и счастливым, и каким-то, ну, даже счастливым нельзя сказать, потому что была какая-то эйфория, радость, все-таки победа, чемпион мира. Своего рода чувство законченности появилось. Раз кончился этот матч, значит, дальше никаких испытаний тяжелых не будет, дальше все будет гораздо легче, хотя именно дальше предстояло, наверное, самое неприятное.